Всем хай, с вами Гост Ульф. Мы продолжаем играть в A Night in the Woods. Я думаю, что это последняя серия, поэтому, как говорится, не будем останавливаться, сразу пойдем вперед. Ну, это даже вроде не опасно. Чего тут бояться? Обычная вечеринка. Еще не поздно броситься под машину, тоже не опасно. Давайте пойдем вперед. Давайте, давайте. О чем? Затихло все. О. Вот пришли. Рычаг какой-то. Это ведь рычаг? Или палка какая-нибудь? В горб какой-то, в чей-то. Не знаю, не уверен, короче. Я думаю, не стоит идти до конца вперед. Похоже, он откатил лифт вниз. Тоже мне неожиданный поворот. Он услышит наше приближение за милю. Мы точно хотим это сделать? Да, Мэй-то уверена. Народ, не знаю, понимаете ли вы. Он в моей голове. Я больше так не могу. Все погибает или уже погибло. Я не знаю, что может случиться там внизу. Ну ладно, будем выпутываться все вместе. Ой. Ты как-то слишком резко это сделал, братан. Ой, все выглядит таким старым. Эту шахту не используют уже до хрена лет. До хрена поколений даже. Ну это что, типа наш гид? В магазине есть брошюры для туристов по Palm Springs. И мне бывает скучно. В брошюре есть что-нибудь про это? А типа как он поехал вниз? Там же нет ни кнопки, ни рычага, ничего нет. Ну что ж, вот мы и здесь. Мэй, ты как? У меня есть ингалятор. Нет, я нормально. Просто как будто чем-то огромным придавило. Ну знаешь, в буквальном смысле так и есть. Это что, астма? Очень похоже на астму. Это не астма, здоровяк. Но спасибо. Я что-то слышу. Там внизу. С тобой все нормально, Мэй? Да, я в норме. Ну, будь потише. Да, сохраним силы и поорем, как будет актуально. А кто шепчется, а? Выглядит жутковато, на самом деле. Дверь. Дверь. Туннель. Да пофиг. Вот мы и здесь. Расшишаривай. Ну, тут как-то темновато. Ой, боже! Что это за место? Похоже на церковь или типа того. На хлам. Боже. Боже. Что это? Это здесь. Это здесь. Боже. Что это? Я не знаю, но это здесь. Оно где-то там. Это больше похоже на какую-то реально свалку. Тут даже опор нету. Это просто пещера. Типа природная, наверное, не знаю. Скорее всего, даже природная. Может, здесь были грунтовые воды, хз. Я знаю, ты здесь. Скажи что-нибудь. Как насчет этого? Еще пара шагов вперед, и ты умрешь. Покажись. Да, сволочь, мы типа тут раз в пять страшнее тебя. Я не думаю. Они там, они вон там.
Я их убью. Эйдс, ты этого не сделаешь. Это уже не твое дело. Он выстрелил в меня. Тогда мы в разных условиях. Девочку той ночью тоже подстрелили. Да, жаль, что так вышло. Ты что, извинился? Неудачно получилось, извини. А ты как? В мед вообще не попало, так что... Стоп, какого... Кто вы такие? Кучка стариков, делающих свое темное дело. Чтобы защитить себя и своих близких. Ах ты сука. Это же... Малахов! Окей, ладно. Тогда зачем вы пытались убить меня? Убить тебя? Никто не собирался тебя убивать. Вы все частичка этого города, связаны с этим, с ним, семейными узами. Или усядно трудитесь тут. Помощники. Ладно. То есть мы можем просто уйти? Но он привел вас сюда не случайно. Он не даст вам уйти, пока не выскажется. Кстати, он уже получил свою стрелу в плечо. Не думаю, что ему есть что сказать в свое оправдание. Стой, то есть ты думаешь, что Эйд... Он похитил того чувака на Херфесте. Он как-то оказался в моей голове. Я всегда уставшая, постоянно голова болит. Он преследует меня, преследует нас всех. Он... Девочка, ты не знаешь, кто это, верно? Что? Боже. Я видела это? Или я чувствовала? Эд Скадер и Джим Дорни ее нашли. Где-то 20 лет назад, когда закрылась западная шахта возле Бридла. Вест Шумахер, последний начальник, был здесь, когда компания заблокировала выходы. Выцарапал свои инициалы и дату на двери. Потом все перешли на эту шахту, старую шахту. Это даже не шахта толком, большая дыра с медью. Заброшенная, оставленная еще задолго до нашего рождения. Слишком близко к воде. И вода была отравленной. Когда первые поселенцы сюда пришли, этот старый источник бил прямо из того места, где мы сейчас стоим, и он иссяк. Где-то в 1992 люди с западной шахты забрались сюда незаконно. Фактически построили новый лифт, расчистили главный туннель. Не найдя угля, они рыли все дальше и дальше, пока Эд не пробился через эту стену и не нашел это место. И Джим спустился прямо в эту дыру. Но дна так и не нашел. Эд звал Джима снаружи. Но Джим не отвечал. Зато ответил кто-то другой. Я знаю, ты слышал этот голос, девочка. Во снах и наяву. Что-то привело тебя сюда. И как это связано с тобой, со мной или с кем-либо еще? Вы должны понять. В те дни конец света был близок. Не было работы. Дети уезжали из города. Правительству было плевать, лишь бы мы голосовали. Они вводили новые ограничения, рабочие места уплывали за рубеж. Наши налоги уходили на тунеядцев и мигрантов, пока мы пахали до седьмого пота. Ну, началось. Вот проклятие, ненавижу эту хрень. Вы престарелые дебилы. Ты закончила? Да. Мы молились и молились в церкви. Но когда Эд Скадер вернулся сюда и прислушался, он получил ответы. Ответы? Эд рассказал об этом нескольким парням. Они не поверили. Но он был убедителен. Он стал мерцающим. Мерцающим? Те, с кем он делился своим светом, тоже его переняли. Они кое-что могли. Я сам не видел, но говорили, что... Эд мог ходить сквозь стены. Ну, окей. После того, как Эд убедил нас. После того раза, как мы выбрали первую жертву. В общем, не только город обрел стабильность. Но и мы как будто помолодели. Появились деньги. Немного нас осталось, кто застал те времена. Первый раз? Первый, сгинувший в дыре нашими усилиями. Мы создаем то, что мы делаем. Я был там. И я тоже. Вы бросаете в дыру? Они кормят его.
Вы не представляете, как он голоден. Каждые несколько месяцев он начинает петь. И наступает чья-то очередь найти следующего. Это именно то, что вы делали прошлой ночью? Нет. Случившееся той ночью – это позор. Один из наших нарушил правила. Ему пришлось заплатить. Было нелегко на это пойти. Кажется, меня сейчас тошнит. Мы никогда не выбираем тех, кого будет недоставать. Это твердое правило. Лишь бродяг, пьяницы и отбросов. Вы... Боже, нет. Как много людей тут умерло. Ну, я скажу так. 3 дюжины около того. 39. Я что, один постоянно веду счет? Сейчас я считаю, раньше я думал, что все хотят это забыть. У меня все еще чуткое сердце, это тяжело. Да, тот мелкий отброс весной. Как Кейси? Сынок Хартли? Все, чем он мог посодействовать обществу, кроме кучки детишек, растущих без отца. Это рэп простыней, длиной в километр. Все, что все равно было вляпаться бы во что-нибудь с грустным концом. Все равно бы вляпался во что-нибудь с грустным концом. Мы сделали ему одолжение. Вы убили Кейси? Боже мой. Мы не используем это слово. Вы знаете, что с братом начали вести бизнес, да? Вы знаете, что случилось с его братом. Сгорел заживо, когда его маленькая лаборатория в фургончике взорвалась. Тем, кто там убирался, пришлось надевать костюмы химзащиты. Вот куда вел путь Кейси. Вы убили Кейси. После этого вы будете утверждать, что это не одолжение ему и всему городу? Боже, Кейси провел здесь всю свою жизнь. Его родители развешали постеры. Возможно, им стоило начать волноваться о нем раньше. Кто из вас это сделал? Грэг. Он был моим другом. Вот, началось. Выбрось это прямо сейчас, или я выстрелю. Хе-хе. А если я попаду первым? Стрела будет торчать из тебя из глаза. Бах. Бах. Вы принесли сюда ружье? Здесь в лесу ночью опасно. Меры предосторожности. Я... Брось на пол, сынок. Не заставляй нас стрелять. Грег. Черт. Вы чудовище. Ничего из этого. Ничего из этого нереально. Мы не чудовища. Мы пошли на это, потому что любим наш родной город. Пока мы это делаем, Possum Springs жив. Все может наладиться. Однажды эти шахты загудят снова. Запыхает старая мельница. Вы, дети, ничего не поменяете. Не понимаете. Мы потеряли основу нашего мира. Раньше вы обеспечивали свою семью. Купили бы дом, а не раскладывали бы товары по полкам в продуктовом. Больше детей уезжает, чем остается здесь. Нет перспектив. Старики умирают. Дома пустуют. Вы замечали это? Дома превратились в осыпшуюся кучу дерева и штукатурки. Работа превратилась в рабство на стройке или в дыре под землей. Но мы можем все изменить. Вместе мы можем вернуть все на свои места. Все, что является просто формой. Я, видимо, умру здесь внизу. Почему вы рассказываете нам это? Потому что мы стареем. И даже несмотря на бонус в виде крепкого здоровья, нам нужна новая кровь. Чтобы продолжать, когда нас не станет. Вы серьезно, типа, вербуете нас, что ли? Кто-нибудь из вас вообще когда-нибудь работал шахтером? Вам плохо живется сейчас вы в материальном плане? Или все это просто костюмированная вечеринка клуба убийц? Потому что чей-то сраный начальник боится смерти? Это не важно. Еще как важно. Все это ужасно. Все это бред. Почему мы должны помогать вам? Потому что если никто этого не сделает, помните тот потоп несколько лет назад?
Помните снежную бурю в 2010-м? Вот что случится. И кроме того, рабочие места не вернутся. Дети никогда не вернутся. Все рушится, Possum Springs утонет в крови. И вскоре мы умрем. А этот город превратится в поля леса. Я видела это. Знаю, что видела. Я пойму, если вам нужно будет время обдумать это. Значит, мы можем уйти? Никто вас не остановит. Но поймите, вы не такие. Нет, вы не знаете, кто мы такие. Там снаружи. Зато мы знаем вас всех. Нечестно, что они могут просто уйти. У меня ведь, возможно, необратимая травма. Заткнись, Эйд. Ты ничего об этом не знаешь. О том, кто он, чего он желает. Эйд, я тебя умоляю. Пойдем. Да, правда, давайте уже выбираться. Сынок, арбалет оставь. Что? Почему? Ну, я мог бы наврать. Но по правде я просто тебе не доверяю. Отлично, в любом случае это кусок дерьма. Я не могу пошевелиться. Я тебя понесу. Я даже не знаю, что думать об этом. Я просто ужастик. Ты не часто используешь это слово. Оно единственное, что у меня осталось. Типа, все остальное пропало из моей головы. Погнали быстрее отсюда. Я не знаю, если поговори позже. Везде старый-старый хлам. Окей. Ну ладно, положу тебя на секундочку, хорошо? Окей. Не так, Кейси. Да. Я... Да. И для чего? Я думаю, я поняла. Вау, правда? Слишком устала, чтобы объяснить все это правильно, но... Типа, ты то, чего... Так... То, чего появления они ждали, не явилось. Оно являлось, типа, очень давно. Или так они запомнили, или, типа, запечатлели это. И вещи, которые от него получили. И Кейси, и тот чувак с Харфеста, и... простите, я сбилась. В твоих словах больше смысла, чем в моих мыслях. Они грустные. Все это грустно. Ты готов лететь, Ангус? Простите. Стойте, тихо. Чё такое? Ко мне обвалились или чё? Что? Похоже, я... Чё происходит? Ах ты сука. Отстань от меня, подонок. Гомосексуалист. На. Минус башка у чувака. Отпусти меня. Все, смерть. Ему отрубило руку, его завалило камнями в лифте. Ему точно конец. Черт, убери. Все живы. Мэй, ты в порядке? Мэй, скажи что-нибудь. Ой, боже. Все хорошо. Все хорошо, я с тобой. Он ушел. Дерьмо, как мы будем выбираться отсюда? Давай, дай успокоиться. Я чувствую, что откуда-то идет свежий воздух. Значит, мы не задохнемся. Ну, слава богу, мне полегчало. Как ты? Я был скаутом, Грег. Я был скаутом. Эй, Ангус. Да? Люблю тебя. Мяу. С возвращением, Мэй. Ты в порядке? Лучше, чем когда меня почти убили. Опять. Что, в общем, дикость. Это уже типа третий раз за два дня. Три волшебное число. Народ, воздух поступает отсюда, из глубины. Ладно, я готова. Ты в порядке? Да, идти могу. Здесь заколочено очень давно. Мы можем выбраться?
Давайте выясним. Давай выбираться отсюда. Да, здесь есть свежий воздух, супер. И вода. Чувак, это невероятно. Ты можешь учуять воду? Надеюсь, это не река. Пещерные реки смертельной ловушки. Шахтерские реки, а мы в шахте? Да, конечно. Вообще-то это грунтовые воды, алё. А не шахтерские реки. Может, просто капает конденсат откуда-то сверху, она просто здесь собирается. Тогда это не грунтовый вод, наверное. Неважно. Я вижу дно. Не думаю, что мы прям в ванне по колено. Да, конечно. Но она очень холодная, прям пиздец, как холодная вода. Как она по ней ходит, фу. Холодно. Типа они так работают там ставить. Классно. Мы, естественно, провалились в какую-то дыру. Теперь я знаю что-то. Думаю, я знала до этого. Но, не знаешь, после того, как этот пацан оказался в больнице много лет назад, мне сказали, что у меня проблемы с гневом. Но это не так. Я была злой из-за чего-то такого, чего-то, что я потеряла. С тех пор попытки не быть злой сделали меня беззащитной. Я теряла все больше и больше. Лучше не становилось. Я хочу быть злой. Когда я убежала из колледжа, мне приснилось это в автобусе. А может, я видела это из окна? Последний лист на дереве. Он падает в конце. Мне так страшно. Постоянно. И страх обозначает боль. Чувствую, как будто все закончилось. Появилось задолго до того, как я вернулась. Так долго пыталась прятаться от него и убегать. Ясно одно, это не закончится, пока я не умру. Но когда я умру, я хочу почувствовать боль. Когда друзья уезжают, когда надо отпустить, когда весь этот город будет стерт с карт. Я хочу чувствовать такую боль сильно. Я хочу проигрывать. Я хочу быть побитой жизнью. Хочу не сдаваться, пока от меня не избавиться. И все это не закончится. Знаешь что? Пока это не случится, я хочу снова надеяться и чувствовать боль. Потому что это значит, что что-то имеет смысл. Значит, что, по крайней мере, я что-то значу. Что-то означать – это уже очень даже офигенно. Ты в курсе, что я тебя не понимаю? Заткнись уже. Я знаю, что в конце концов это не спасет меня. Но я не надеюсь на будущее. Мне просто нужно, чтобы оно спасло меня сейчас. Так что, если собираешься убить меня сейчас, сделай это. Если нет... Мэй. Подруга, ты в порядке? О. Ты тут лунатила какое-то время. Хочешь, я понесу тебя? Нет, я думаю, я в норме. Я просто очень устала. Остановись на минуту, если тебе нужно. Мы в безопасности. Да. Эй, наверху свет. Ты учуял его? Ставлю, что да. Право, можем идти спокойно. Не хромая. Какая-то лечебная вода получается. О нет. О нет. Только не это. Что это? Должно быть вентиляция или типа того. Чтобы шахтеры не задохнулись нам внутри. Похоже, довольно старая штука. Брошюра. Эй! Мы здесь, внизу! Прошу, не спрашивайте, почему? Может, повезет, а кто-то снаружи окажется ночью в лесу. Я могу попытаться выбраться. Не, я типа могу. Ну ладно, ты точно хочешь попытаться. Да. Я не знаю. Я прям на взводе вся. Типа дельфины. На взводе как дельфины? Не, типа мое тело такое, вау, я почти умерла. И ты вся на взводе, потому что внутри полно дельфинов. Ну все, теперь я серьезно беспокоюсь о тебе. Эндорфинов. А, хорошо.
Оно самое, спасибо, эндорфины. Ясно. Сделай этих дельфинов и выбирайся. Оседлай, вернее, да. Ну, это самонадеянно, я смогу. Посмотрим. Хорошо. А, сука. Я ненавижу. Ненавижу уже. Во. Окей, стало проще. Ура. И оттуда вылезает Самара, да? Да, пародия, сука. Это место. Хм. Эй, Мэй. Джерм? Да. Что ты здесь делаешь? Я живу на горе наверху. Я слышал крики Грэви. Мы все там застряли. Вы были на дне старого колодца на моем заднем дворе? Это была реально ужасная ночь. Похоже на то. Это есть веревка или что-нибудь типа такого? Да. Можешь достать ее. Эй, Мэй. Да? Это что, Джерм? Да, он несет веревку. Что он тут делает? Живет здесь. В лесу? Хрип. Все мое тело болит. Это был долгий путь. Я принес содовую. Ты лучший, Джерм. Вам нужен сахар и кофеин. О да, кто-то еще хочет свалить подальше от этого колодца. Угу. Джерм, ты можешь, я не знаю, опечатать этот колодец? Хм. У меня есть динамит. Что? Да в смысле, я могу немного достать. Насколько большим будет взрыв? Ну, типа, не маленьким. Ну ладно, это сработает. Спасибо, Джерм. Да, спасибо тебе. Да ладно. Пока, ребят. Это был очень-очень-очень странный парень. Он спас наши жизни. Джерм хорош. Джерм хороший парень. Мне кажется, что мы просто убили всех там внизу. С чего ты взяла? Ну, в смысле, мы сломали лифт и спровоцировали обвал. Это была самооборона. Думаю, да, но это привело их к смерти. Нет, они все еще живы. Боже. Да. Боже. Но мы не виновны, они напали на нас. Один из них напал на нас. Получается, мы волнуемся. О, типа, это аморально. Мы не убийцы. Если бы у нас был выбор, мы бы и не сделали этого. Я бы сделал. Что, они убивали людей? Они хотели заставить нас убивать людей. К черту их. Я не верю в ад, но надеюсь, что они попадут прямо туда. Боже, Ангус. Ну, по крайней мере, таково мое мнение. Хм, это похоже на крутящуюся шнягу. Какую шнягу? Ладно, я объясню тебе, если мы уйдем. Да, видимо, это все-таки конец. Эй, Ребзи. Вы тут? Кто-нибудь? Окей, я все равно напишу. Несложно сказать что-либо умное о том, что за хрень сейчас вообще произошла. Проще выпустить все наружу. Мне надо с вами поговорить. Даже если вы, подонки, чем-то заняты. Никто из нас не просил об этом. И этого с нами не произойдет, потому что мы особенные. Вы можете работать изо всех сил, но Вселенная будет делать все то же, что и делала. Я не думаю, что кто-то из нас заслужил все это. Все это, что началось задолго до нашего рождения. Это все движется настолько быстро, и попав туда,
просто пытаешься схватиться за что-то. Вы — это все, что удерживает меня от того, что... чтобы не уплыть этим вечером. Вы убили этого парня, чтобы спасти меня. Не подумайте, что я этого не оценила. Лол. Не знаю, по-моему... пойму ли когда-нибудь, что вообще сейчас произошло. Надеюсь, это закончилось. Я сейчас типа просто хочу обнять вас всех своими лапщами. Не только потому, что люблю вас, но и чтобы вы никуда не делись от меня. Свернемся шаром, и никто нас больше не достанет. Сорян, я брежу. Джерми, чувак. Джерми, ты даже не пользуешься мессенджерами. Я думаю, я бы постоянно писал о тебе, если бы они у тебя были. Блин, это действительно просто нечто. Я очень сочувствую тому, что ты через что-то прошла. Я даже не понимаю всех твоих проблем. Но если бы я могла, я бы все исправила. Исправила бы все, что есть. Я куплю тебе инструменты, чтобы сделать все в твоем магазине. Ну или типа одолжу их в конце концов. Будь у тебя друг получше, он бы купил, но я все еще, что у тебя есть. Я рада. Да, вот. А сейчас я просто это сотру. Вот дерьмо. Да, ребят, я по большей части просто шутила. Я реально устал и понятия не имею, о чем говорю. Выходи, Мэй. Выхожу. Все? Пиздец. Видимо... Нет, серьезно, еще что-то? Интересно. Мне кажется, нет. Это вранье. Что-то сейчас все, уже конец. Так, что там? Пишу. Эй, Мэй, у тебя все нормально? Сегодня я не буду открывать карку. Мэй сказал мне, что сегодня будет репетиция. Увидимся там. Оу. Эта серия, видать, будет очень долгой. Привет. Приятно причатились с прошлой ночью. Ну, типа, прям вообще правда. Ты тот еще кретин. Репетиция сегодня. Потому что чувствую, будто мне надо сделать что-то нормальное. Я в Снелкане. Надеюсь, ты в порядке. С уважением, Григорий. Да. Ну что ж, пойдем на репетицию. Эпилог. Звезды. Какие звезды? В смысле звезды? Не понял. Моя дорогая, это ты? Да. Я на кухне, если ты хочешь поговорить. А я не хочу говорить. А мне придется говорить, ладно. Привет, милая. Привет, мам. Как ты себя чувствуешь? Достаточно хорошо, чтобы запрыгнуть сюда. Можешь сделать это мне одолжение и остаться дома сегодня вечером? Конечно. Ты уже взрослая, и ты можешь делать, что хочешь, но ты живешь здесь и останешься моей малышкой. Мам, нам нужно придумать несколько основных правил. Просто потому что, дорогая, ты могла умереть прошлой ночью, и теперь ты просто уходишь веселиться с друзьями. Мне очень жаль. Милая, что с тобой происходит? У меня был очень действительно тяжелый год. Действительно, у тебя была... Дорогая, у тебя была трудная неделя. У всех нас. Да, но... Что случилось в колледже, дорогая? Мне не важно, что это, просто, пожалуйста, скажи мне. Ты работаешь сегодня? Нет, у нас с твоим папой выходной. Я буду сегодня вечером, мы сможем поговорить потом. Конечно. Мы можем приготовить завтрак на ужин, как мы привыкли. Папа будет подкидывать блинчики в воздух. Да, конечно. Ты уходишь сегодня? Да. Ты можешь оставаться в городе, пожалуйста, рядом? Да. Я думаю, не достаю декорации для длиннейшей ночи. О, вау. И призывают снег. Она быстро закончилась. Что закончилось? Осень. Всегда, дорогая. Хорошо. Ладно, я пошла. Люблю тебя. И я тебя.
Что, зима? Серьезно, зима? Снег. Представляешь, снег. Ебать. Пойдем на репетицию. Катись к чертям, коп. Это такое, знаете, облегчение на душе, то, что все спокойно, все, теперь особо ничего и не надо. Просто идем куда-то вдаль. Аж мурашки по коже, реально. То есть нам позволяют поговорить со всеми персонажами сейчас, но как-то нету желания на самом деле даже. Да. О, открылись. Кафе Стака. Это лучшее случалось с этим городом с тех пор, как они избавились от змеи в закусочной. Хозяева были верующие. Они позвали священника. Из одной такой общины священников там на холмах. Он пришел сюда и наорал на змей, чтобы они свалили. Но после того, как он умер, они поставили змееловки. Никто не знает, откуда они появились. И почему-то переехали. Но их уже давно нет. Боже, жизнь не стоит на месте. Божечки, у них есть доставка. Хочу съесть эти чертовы тако. Круто. Здорово, Григорий. Опа, кто это явился, не запылился? Ты что, удивлен? Нет. Я просто что-то вырвалось. И тебе привет, Ада. А. Да. Не хочешь свалить отсюда? Порепетируем? Конечно. Ой. Сейчас будет опять стыдно мне за то, что... как я буду играть. Может, эта дверь практически не открывается. Еще хуже летом. Так у нас всех. Так у вас всех есть ключ от черного входа. Игрок взял один, и мы сделали копии. Откуда у него взялся ключ? Без понятия. А где Грег? Да, он должен будет забрать Ангуса с работы. Что это значит? Понятия не имею. Мне немного непонятно, почему у них все еще есть работа. Они просто берут и уходят с нее в любое время. Если есть в них что-то такое, чего я до сих пор не понимаю. Я думаю, они просто нуждаются друг в друге. Грег нуждается в Ангусе больше. Я не думаю, что Ангус согласился бы с этим. Это потому, что Ангус даже не может об этом подумать. Потому что Ангус очень хороший парень. Грег хороший. Ну да, он определенно такой. Но он также грубый и безответственный. У него нулевая концентрация внимания. Грегу нужны родители, так же, как ему нужен его парень. Ему очень повезло, что Ангус преуспевает в двух этих вещах. Блин, ты это продумала? До твоего возвращения. Они были единственными людьми, которыми я тусовалась большее время. У меня было много времени на продумывание. Ну, типа, как твои дела? У меня хорошо. Серьезно? Судя по моим ощущениям, могла бы убедить себя, что я либо в порядке, либо полностью разбита. Типа, где-то посередине. Как сама? Не очень. У меня был сон в конце света. Бывает. Ты думаешь, мы в безопасности? Без понятия. Классные чувства. Да. Я типа немного запуталась в том, что вообще произошло прошлой ночью. Ну, очевидно, это смертельный культ пап. Или культ пап. Кто знает, они являются ли они вообще ими. Не могу поверить, что они вообще существуют или существовали. Возможно, нам понадобится несколько дней, чтобы умереть. Да.
Я не знаю, я даже немного понимаю их в некотором смысле. Серьезно? Это как включенный свет на крыльце, и все эти летающие вокруг него жучки. И потом свет выключается, и остается лишь одна пустота. Это похоже на то, что случилось со мной по пути назад, о чем я тебе и говорил на диване прошлой ночью. Черт, это было вчера ночью. Как будто две жизни тому назад. Хм, да. Мир очень жесток. Да, он такой. Неудавшийся штат. Мы уже довольно близко. Странный вопрос, но как ты просыпаешься каждый день? И идешь открывать магазин? Все время продолжаешь делать это? На самом деле у меня нет выбора. Разве не так? Я имею в виду, ты безусловно делаешь это. Ты не отдаешь себе должного. Ты продолжаешь делать все это, потому что тебе не наплевать. Наверное. Беспокойство – это очень хорошо. Иногда оно может быть просто ужасным. Я чувствую, что оно все время где-то вне зоны видимости. Преследует меня. И я не могу облажаться. И я имею в виду, что занимаюсь магазином, и нашими налогами на дом, всеми этими штуками с торговой палатой. Я провожу бесплатные онлайн-курсы, и я как член клуба юных социалистов, я сплю очень много и иногда ем пиццу. Каждому по способности. Но с другой стороны, у тебя есть я. Да. Горло запершило, простите, пожалуйста. Подавился. Мы можем исправить мир вместе. Да, исправим прямо сейчас. Я считаю, что прошлая ночь была не такой уж и странной. Она была довольно странной. Старики убивают молодых и бедных, чтобы вернуть прошлое, которого почти не существует. То самое прошлое. Они прямо как призраки в старом особняке убивают новых владельцев. Заставляют тебя либо сдаться, либо стараться еще больше. Или расстроиться и заснуть. Да, сон все лечит. Или сбросить к ним лифт. Это тоже работает, я думаю. Репетиция будет, нет? Так. Насколько хороша твоя машина? В каком плане? Типа на ней можно уехать реально далеко? Ты знаешь что-либо? А что? Мы должны отправиться типа в дорожное путешествие. Куда? На запад. Там так круто. Именно так. Мы можем поехать туда, там реально круто. А еще не делают барбекю. Я думал, барбекю делается на юге. Не всегда. Его делают везде. Барбекю. Все виды. Сухое, мокрое, ультра. Я могла бы... Ладно, давай поговорим об этом в следующем году. Я уже начала планировать. Я думала, ты не можешь уехать из дома из-за твоей проблемы. Эх, вы. Мой дом. Нет, эх. Вы мой дом. В смысле, если мы здесь застряли вместе, то мы также можем застрять где-то еще вместе. Конечно, если мы не умрем к тому времени. Из твоих уст идея гибели звучит довольно весело, Мэйдэй. Это твоего рода дар. Черт побери эту дверь. Думаю, Бог уже позаботился об этом. Ну вот они где. Эй, народ. Привет, задроты. Ты тут единственный задрот. Что? Божечки, никогда не был настолько оскорблен. Забери свои слова обратно, дурашка. Еще что? Эй, Грег, я не особо знал о Кейси. Да. Я просто хотел сказать, что мне очень жаль. Угу. Спасибо. Кейси был хорошим. Кейси был хорошим. Стоит ли нам типа рассказать его родне? Возможно. Что мы им скажем? Я не знаю. Мы можем, типа, придумать что-то, что звучало бы как-нибудь правильно, короче. Неужто правда недостаточно правдиво? Нет, ты права, правда, безумно. Ты, типа, что нам теперь делать? С Кейси? Нет, типа, совсем. Мы можем одумать это завтра. Мы можем просто сыграть эту песню, взять пиццу.
Не думаю, что песня и пицца — ответ честный. Мы можем побыть нормальными на один день. Я не представляю, как сегодняшний день может быть нормальным. Когда я была там прошлой ночью, я приняла решение не умирать. Или, по крайней причине, не умирать без борьбы. И та штука... Стой, она типа говорила с тобой? Сказала, что я не могу спасаться вечно. Она долго говорила со мной. Я просто этого не понимала. Но пофиг. Типа мы можем спасаться вечно. Но есть куча способов, которыми мы можем спастись сегодня. Это очень здорово, мой. Спасибо, я придумала все это. Типа прям вчера. Я говорила это раньше. Ты в ладах со смертью. Смерть, смерть, смерть. Короче, ладно, песня и пицца. Мы заслужили это проживание еще одного дня. Это веская причина. Достойная. 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 Ну, молчи. А, все. Я даже песню играть не буду. Жало. Ну, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Да. Я думаю, это была шикарная игра на нашем канале. Самая лучшая, по-моему, из всех, что я проходил когда-либо. Прям аж... Прям классно, короче. Да. Ну что ж, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Не забывайте про новые ролики. Благодаря колокольчику с подпиской. Я оставлю вам эту мелодию на конец, как говорится, этой серии. Попрощаюсь с вами. Всем пока. We'll be right back.